Blender 2.83, давайте рассмотрим еще один прыжок. Так, вот такой опять же персонаж, все стандартное, тройка на нампаде. Shift A, давайте добавим mesh, добавим куб. G, перетащим его вот сюда где-то, вот так. И сделаем ему S. G, вот так вот поднимем и транспозом немножко его сплюснем. Это будет стена. Вот так. Добавим какой-нибудь цвет в стене. Ну, допустим, сероватый. Ну, вот пойдет. Итак, вот этот персонаж теперь должен оттолкнуться от стены и перевернуться, и вот вернуться на исходную точку. А исходная точка, давайте сделаем ее теперь. Так, Pose Mode. Пока куб можно отключить, делаем просто анимацию, а потом под куб это все дело подгоним. Так, единица на нампаде. Опять же, берем за таз, вот так, теперь G тянем вниз, вот таким вот образом. Так, ноги теперь разведем, G. Одна нога вот сюда, одна нога сюда. Вот так вот. Теперь тело. Так, опустим, наверное, руки сначала. Сделаем G. Вот эту руку вниз пока. И R перекрутим кисть. Так, а эту просто пока опустим, чтобы можно было тело наклонить. Так, вот это тело, теперь делаем R и нагибаем его вперед. Вот так. Теперь G отводим назад, вот в такую позу. Во, вот так вот нормально. Эту руку теперь G опускаем до пола. Так, а эту руку уводим G как бы назад. И R перекручиваем кисть. Вот так вот. Смотрим, что у него тут с позицией. Ну, в принципе, позиция, поза нормальная. Только вот эту руку, вот эту G, как бы еще вот кисть R перекрутить ровно. Во. Так, поднимаем таймлайн, смотрим, что вообще тут происходит. Ну, давайте добавим ему еще опуск вот этой части хребта. Так, тройка на нампаде, R немножко опустим и голову тоже немножко, вот так вот. Ну, в принципе, голову можно и приподнять до понтов. О. Вот такая штука. Жмем А и Lock Rod. Это будет первый кадр. Колесико крутим. Зажимаем колесико, перетаскиваем таймлайн. Ну а теперь переключаемся на пятый кадр. Так, что теперь будем делать? А теперь нужно вот это все дело G вернуть более-менее в исходное положение. Так, давайте немного инвалида вытянем. G поставим его ровно, голову R вернем назад, руку G вернем назад,
И вот эту руку R перекрутим и G опустим. Вот такая штукенция. Приземление у него есть. Теперь ему нужно разбег. Теперь нам понадобится именно куб. И теперь А английского выделяем, G подводим к стене и R перекручиваем. Вот так вот. И тройка на нампаде. Будем сейчас тут его изгибать. Итак, вот эту ногу левую G ставим сюда. Вот так. И R перекручиваем. Берем за позвоночник G немного, ногу вот на эту, на правую делаем разгон. Так, эта рука правильно где-то вот тут и должна быть. Немножко позвоночник R перекрутим. А вот эту руку G поднимем вперед как-то вот так. И R. Во. Где-то в таком духе. Ну, смотрим, потом будем корректировать. Так, вот эту ногу подальше от стены. И немножко R. Вот так. Можно немножко еще приподнять. И R перекрутить. И потом английское А и R. Вот так еще больше поставить. Во. Вот как-то так. И перепрописать АИ локрот. Так, отключаем видимость костей. Смотрим, что вообще получилось. Вот получается первая и вторая. Так, получается первый и второй, пятый кадр. Теперь нужно сделать десятый. Выбираем полностью вот этого персонажа, английское А, тройка на нампаде, и делаем R вот так вот, и G где-то вот сюда его ставим, так вот. Вот эту руку G уводим вниз, R перекручиваем кисть, G ее вот сюда. Эту руку G как бы вот вверх. И R чуть-чуть ее корректируем. Вот эта нога. Так, вот эта нога идет вот сюда. А эта нога R как бы вот сюда, во. Так, G это вот сюда, а это вот так вот, во. И голова на перекрут, как на уроке физкультуры. Вот так вот. И G, вот так, пишем А, И, локрот. Так, теперь тройка на нампаде, отключаем опять же видимость костей и смотрим, что получилось. Вот получается вот такая штукенция. Разбега нет, но есть толчок, переворот, и нужно, чтобы он вернулся в исходное положение. Первый кадр, Shift D, копируем на 15 кадр. Вот так вот. Вот такие у него перекрутасы. Вот тут нужно уже будет изменять положение. Или просто можно записать свой кадр, вот этот 15, не дублируя первый. Так, нам нужно теперь вот между первым и пятым кадром поставить как бы разбег. Получается, берем кости, вот центральные вот эти,
G. И вот так вот R. Голову вперед. Таз перекручиваем R, ставим его нормально. Эту ногу G как бы подальше. Эту ногу вот поставим, за таз возьмемся. И G опустим. Так, теперь руку вот эту делаем R, ставим G. И вот так вот R. И вот эту руку тоже G подкорректируем. Как бы назад вот так уведем и R кисть перекрутим. Так, теперь тут немножко наклон. Ну, пропишем А и блок рот, пока как набросок. Отключим и посмотрим. Так, вот здесь уже поставим, наверное, вот эту ногу, вот эту дальнюю G. Как бы R сюда, а эту ногу G сюда. И немножко уже вот так и R наклонить. Эту руку G чуть-чуть вперед тогда. Вот так. А эту руку тогда назад. Ctrl-Z. Вот так. И позвонок немножко как бы уже готов к толчку. Пишем А и лок-рот. Переписываем этот кадр. Так, теперь нужно переписать вот этот кадр, именно 10-й, между 10-м и 15-м. Выделяем всего персонажа. Так, сначала руку ему G вернем назад. Что с ней тут произошло? R перекрутим. Тут что происходит? Руку тоже назад. G. И английская А. R. Еще немножко вот так. Теперь вот эту руку G, вроде он же должен как-то сюда перекрутиться, правильно? Теперь одна нога уходит вот так вот, а эта нога уходит вот сюда. R перекручиваем. Так, позвоночник немножко R. Вот так как бы G, рука как бы к низу, вроде землю контролирует, правильно? Так, и английская А, R поровнее. Вот эту косточку R тоже выравниваем, а эту руку в бок. Для противовеса. Во. Ну, я как-то себе это так представляю. Так, и вот эту ногу G чуть-чуть подальше, а вот эту чуть-чуть как бы к ней вот сюда. Во.
И немножко вот так вот на изгиб тела. Он же ровно лететь не может. Все, прописываем А и лоб-рот. Смотрим, что получилось. Надо 15-й, наверное, кадр делит и переписать его нормально. Так. Хотя можно было и тот подрегулировать. Так, 15-й. R перекручиваем. G садим его вот так. В такую позу. Как есть, короче. Теперь G. Делается присед, нога подтягивается поближе, R перекручивается, тройка на нампаде, G ставится где-то вот сюда, таз назад, так это не та кость, G выбираем косточку, нагибаем персонажа. И вот эту косточку, руку, как в первом кадре, ставим на пол. Так, R. Смотрим, чтобы... Так, куб можно отключить. Смотрим, чтобы тут не было все криво. Вот так вот поправляем. Руку вот эту R перекручиваем. Как бы ставим вот так. Да ёбаная же, всё не... Так, продолжаем корректировать. Продолжаем корректировать голову теперь. Вниз R и эту G руку вот сюда, так вот так как бы, и если кисть подсогнуть, то G можно вперед ее еще так поставить, а эту руку чуть-чуть как у Супермена R назад и G вот так вдоль тела. Во. Да бомбично. Так, смотрим, что тут. Пишем А и лок-рот. Ну и смотрим. Так, тройка на нампаде. Так, что-то я тут намудрил. Смотрим. У него касается левая нога, а я здесь поставил правую. Пардоньте. Косяк. Меняем вот эту ногу G. Ставим вот сюда. Так, что с ней тут надо перекрутить? Если вот такая фигня идет, значит ступня перекручено. Так, этот ног сюда идет, а этот ног тогда G вот так, и как бы R, и как бы подальше вот так вот G, и вот вот таким вот образом. Руку тогда немножко еще пониже, а эту руку вот так вот. И вот эту косточку можно R перекрутить. И эту кисть вот так вот подкорректировать. Прописываем А и лоб-рот. Смотрим, что вообще получилось. Так.
Так, здесь уже можно ногу немножко G подтянуть вверх. А, и лок рот, чтобы побольше было кадров. Так, кувырок вроде нормальный, но вот здесь идет какая-то тоже несуразица. Вот ее нужно тоже ликвидировать. Смотрим, что тут перекрутилось. Куб опять можно отключить. Выбираем таз. Делаем R. Так, смотрим, что тут вообще происходит. Ага. Вот так вот. Ноги теперь G. Вот так ставим эту ногу. Чуть-чуть можно под себя, он на нее будет садиться. Вот так, R перекручиваем. Вот эту кисть. Вот так. Смотрим, что тут семерка на нампаде с позвонком. Английская А. Делаем R. Так, эту ногу G, эту ногу вот так как. Эту вот немного ступню перекручиваем и G. Теперь как-то вот так можно. А, и... И лок-рот. Ну вот уже что-то получше. Так, полет можно немножко не трогать. А можно еще добавить по одному кадру здесь вот на полет. Тройка на нампаде. Смотрим последний кадр, вытянутый и первый. Вот такой. Значит, нужно промежуточный еще добавить. Вот этот. Жмем R. Тут изменим как бы позу. Вроде ногами толкается вперед. R, G. Ступни тоже перекручиваем. Так. Вот эту руку как бы G сюда, R. Так, G вдоль тела, сверху немножко кисть перекрутим. Во. И теперь вот здесь вот тоже можно так и G и R прикрутить и G как бы вот так поставить. Пишем А и лок рот. Тройка на нампаде. Посмотрим, что происходит. Так. И вот эту вот часть R немножко больше подсогнем. Перепропишем А, И, лок, рот. Так, смотрим.
Ну вот нормально уже какая-то движуха. Вот нужно теперь с разгоном тут разобраться. Вот второй кадр. Здесь он должен начать бег. Выпрямиться как-то, да? Берем за тазовую кость и G. Вытягиваем руки, значит. Так. Что тут с ногой? R. G. Здесь подсогнем R пальцы. Так, вот эту тебе ногу. Что с ней тут такое? R перекрутим. И G, как бы он толкается, вверх бросается. Выбираем кость R. Так, это вот сюда. G. R перекручиваем. Во, вообще крутяк будет. Так, R. А эту кисть назад. И руку G назад. Во, вот теперь пишем А и блок рот. Так, смотрим, что теперь. Так, правильно, теперь нужно перепрописать, наверное, третий кадр. Раз он толкается правой ногой, он не может вот здесь стоять. Так. Или просто возьмем, попробуем G, перетащим ее вот сюда, немножко перекрутим, ступню немножко тоже перекрутим, R подсогнем и перепропишем А и вокруг. Если что-то ненормально, так. Вот теперь вот этого кадра не хватает. Это значит, он пошел на левую ногу. Теперь получается G. Так, этот кадр у нас. Третья, левая у него впереди. Значит, здесь он никак не может левой толкаться. У него должна быть вот эта нога R, G. И вот это вот. Раз. Так, теперь А и вокруг, смотрим вообще, что тут получается. Так, вот этого гаврика G на землю поставить, R перекрутить, ногу G эту поставить на землю, G, а эту ногу, так, вот эту, поднять и перекрутить. Вот так, это вот так. И руку поднять как бы G вверх. Вот такая штука. А эту G отвести назад. Вот. Теперь А и блок рот. Смотрим, короче. Так. Тройка на нампаде. Ставим 15 кадров пока на начало и жмем play. Ну ничего, так ускорено, прикольно, быстро, но надо еще добавить промежутки. Так, ставим на первый кадр А, выделяем все кадры и делаем S немножко, давайте до 30-го натянем и 30.
ставим, чтобы можно было еще куда-то кадры поставить. Так, смотрим, как он мягче будет бежать. Нет. О, класс. Вообще с задержкой.